ее бери, потому что она могла запутаться в других вивьетах, которые... Причем уже видишь, они по местам просто одеты. А уж на задних лапах, как он стоит? Не знаю, не знаю.
Очень красиво.
она пришла. Оценку большая перспектива. Ну, в случае класса щенков и бэйби. Щенки. С опаской Спасибо.
щенки. Зарядки, ни памяти может не хватить такими темпами. Придется. Пять кабелей, 4, 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
возможность поставить печать наградной и получить все, что полагается. Плюс еще у нас будет дом. Вот, после этого он будет там. Сейчас вы можете остаться смотреть, можете пойти наверх, но опять же там не стоит. Это, да, это, наверное, надолго. То не нравится, что описание типичное и короткое, то не нравится, что слишком долго. Такая зыбкая грань. У нас все-таки чехашка. Ну да. У нас все-таки чехашка, а она породник. Есть еще титул, ну да, у них лучше щенок, оценки ставят, и лучший щенок нет, получает первый. Лучшего щенка выбирают среди тех, кто получил оценку большая перспектива. Все втроем получили большую перспективу. Первый стала, второй стал. Вот, то есть вы большая перспектива вам. А лучше вы щенка, да, лучше щенок один. Победитель класса один. Поедем, молодец. Я немецкий. В институте английского. А вы, Лена? Я учила немецкий, по немецкому я была крута. Причем я французский, но у вас французский. Я французский тоже учила. Ой, я три языка в школе учила. Нет, так. Каичка. Я думала, вы мои профессиональные услуги можно создавать. Ну, мало ли, вдруг. Так я, если что, только не так. Сейчас, скорее всего, пойдут юниоры. Сначала кабинет, потом студенты, потом, скорее всего, взрослые классы. Да. Вы промежуток. Каечка молодец. Спокойствие, просто берись свою собаку. Нет, Кая спокойно. Ну, это да. Ну, это тренинг. Спокойно.
страдаю. Thank you.
железном пути выйти. Ну ладно, что бежит. Да, я к тебе, знаю. Ну, 3.15 приезжает. Что, вы сейчас доедете за 15 минут? Куда мы на 15 минут? Блин, ну что? Thank you.
закрываю. Да.
хочу. Маман, я не в Мейнко. Неуловимое лицо.